что? Привет, Дэвид. Привет. Как ты? Хорошо. Что будем сегодня делать? Делать... Собирать разные фигурки. Самолет. Самолет будем делать из нашего любимого конструктора Лего. Да. Но для начала мы должны выбрать нужные нам детальки, правильно? Да, правильно. Давай. Молодец. Потом что делаем? Это. Так. Разве там это должно быть? Так. Правильно. Так, вертолетик почти готов. Давай посмотрим, как у тебя получилось. Молодец. Очень красивый вертолетик. Вот и вертушка вертится. Первая фигурка наша готова. Да. Хорошо. А теперь давай соберем домик. Давай, для домика нам какие детали нужны? Белый. Правильно, поставь белый посередине. Вот это тебе прямоугольник, я тебе тоже помогаю. Еще что нам нужно? Это так. Фиолетовая деталь. И так. Еще нам нужны две длинные голубые детали. Правильно? Нет. Не совсем правильно. Да, а сейчас собери так, как мы с тобой обычно собираем. Молодец. Фиолетовую снизу, голубую сверху. Да, стена. Стена. А теперь сверху мы должны закрыть дом крышей. Вот, крыша. Это крыша. И это крыша. А теперь дымоход и дым. Это начало дым. Дымоход, а потом дым. Я хочу длинный дым. Ну, молодец какой. Длинный. Вот такой домик собрал наш Давидик. Молодец. А теперь давай соберем птичку. Да. Давай. Для птички нам какие детальки нужны? Собери со стола детали птицы. Птица. Раз, два, три, четыре. Что еще нам нужно? Это. Правильно? Да. И вот эти две тебе помогают. Деталь две. Все, теперь давай собери птичку. Так, это ножки, правильно? Ножки мы цепляем правильно туда. Вот это туда прицепили. Разверни. Нет. Молодец, молодец. Умница. Дай мне, пожалуйста. Это голова. Давайте немножко помогу. Так, вот это ее шея, да, прикрепи, молодец, молодец, сам, ты сам все сделаешь. А где ее клюв? Ты забыл про клюв. Ой, да. Да. Умница, поставим теперь птичку сюда. Давай вот так ее покрутим, чтобы всем было видно, как у тебя красиво получилась птичка. Молодец. А теперь что будем, яблочко собирать? Яблоко у нас какого цвета? Оранжевого. Да, давай найдем оранжевые детали. Вот они, вот, вот они. Молодец, это одна, вторая, третья. И еще нам зеленый лепесток нужен для яблочка. Вот он. Возьми его. Молодец, просто немножко подровняй. Вот красиво. Ну, ты молодец. Дай маму посмотрит. Я хочу. Ну, поставь на стол, чтобы все могли увидеть твое яблочко. Вот, я молодец. Я держу. Покрути его немножко, уложи его на стол, чтобы было видно. Ну, вот, молодец, как красиво ты сделал яблочко. Умница какая. Угу. Поставь его сюда. Да. А теперь что будем собирать? Сердечко. Сердечко! Вот так, для сердечка мы берем розовые детали, красные детали, вот так. Мама. Вот. Наши сердечко будем составить из этих деталек. Начинаем с розовой. Это я тебе помогу ее собрать. Эту фигуру. Ой, а это что вот такое? Это розовое. Мама, что это? Не знаю, это чудище какое-то. Ты какое сложное. Сердечко наше. Доделаем сердечко.
Да. И дай мне, пожалуйста, эту красную детальку. Да, Витик, ну как, получилось у нас сделать то, что мы хотели? Хорошие фигурки у нас получились, да? Да, у меня такое получилось. Сечка, сердечко, домик, вертолетик, яблочко. Мам, оно чуть-чуть изменилось, и получилось такое. Да, это тоже необычная фигура. Ну а пока-пока, да? Пока-пока. Еще увидимся. Да.